Новая песня Ray D, «Зачарованная маятник». Продакшн от «Внемесомости». Туда-сюда, будто маятник, бездыханно качается в вакууме. Без пламени спичек и пламя костра, принцесса вновь перегорает. Plan the Angel, переодевайся, мы тебя узнали. Блять, ну вылитый ангел. Вообще нихуя своего. Ну, блять, ну сколько лет должно пройти, чтобы Рейди отрастил себе свою манеру? И перестал донашивать ее за ангела. Собрав все кометы из-под одеяла, оставив снаружи шрамы, как фар, оседлав тучи гроз, она просто бежит без надежды увидеться завтра. На груди, как распятие, маятник, прикоснувшись загадой желания. Пространство... Загадой желания? Загадой. Угу. Понимаю. На груди, как распятие, маятник, прикоснувшись загадой желания. Пространство и время по ленточке Мёбиуса осуществляют то, что сказано. Но в печали и грусти принцесса, не чувствуя пульса, загадала свободу и жить без проблем, читая, как прежде, тону. Вселенная в руках, но как же удержать на веревочке маятник, таращит туда-сюда. Вселенная в руках, но как же удержать зачарованную девочку с маятником в глазах. Вселенная в руках. Припев — это то, чем отличается Ray D от Plain Angel, другая манера. Он неплохо поет, на самом деле. И вокал у него становится сильнее. Но что-то как-то... Ну, на куплетах мне прям больно от того, насколько это Юра Ангел на минималках. То есть это Юра Ангел без Юриной харизмы, но при этом с таким же качественным звуком. Да, звук заебись. Голос звучит очень круто, четко, плотно. Но без той харизмы, которая есть у Юры. Хрен его знает. Припев не особо хитовый при этом. Но как же удержать на веревочке маятник, таращит туда-сюда. Вселенная... Вот это туда-сюда. Вот это опевание в конце, оно очень стрёмное. Оно прям не в духе трека, оно сразу откидывает трек куда-то лет на 10 назад. В современной музыке так не принято делать просто. И, ну, вот это, на мой взгляд, минус. А в целом припев хороший, но просто он, ну, не особо хитовый. Веревочки, маятник, таращит туда-сюда. Вселенная... Подождите, это что? Это голова зайца с обложки Влада Айка? Меч, которым этого зайца обезглавили? Ray D, ты чего наделал? То есть мало того, что там зайцу вставили вилку в ухо от того, как это звучало, так ему еще отрубили бошку и засунули на обложку Левы Ray D. Там какие-то жесточайшие разборки внутри этого КБС. В руках, но как же удержать зачарованную девочку с маятником в глазах. Идет рассвет, найти в себе силы встать. Это все цена за магию, знаю наверняка. Кости ломят наружу. А вот здесь вот уже голос начинает раздражать. Во-первых, это все еще ангел, а во-вторых, ну, неприятно звучит вот эта часть. Уже так приходят чудеса, и сколько комет похороним в тучи зодиака. Похороним. Ну, блядь, ну прекратите уродовать дарение так, пожалуйста. Спасибо. А Дима, почему ссылка на легенды с таймингом? Случайно. Ну, перемотайте, не маленькие, сами разберетесь. Но почему твой король голый, обезоружен, поставив родной Готэм? Все скелеты из шкафа пойдут на войну, чтобы сберечь свою правду, затянув как жгут. Бэк мерзотный вот на этой строчке прям ужасно звучит. Юра, что с тобой стало? Готэм, все скелеты из шкафа пойдут на войну, чтобы сберечь свою правду, затянув как жгут. И смотри, сколько зрителей,
И вся эта война покорит тебя. Все чудовища вышли из темноты, наконец доказав свое право на жизнь. А принцессу таращит безумный маятник, зачарованная дева придет к Анафеме. Оторвав связи с Ковеном пожелания, обрела бесконечность в своих руках. Только чертов маятник, что был проклят создателем, обернет все, что сказано, и все снова развалится. Вселенная в руках, но как же удержать? На веревочке маятник таращит туда-сюда. Вселенная в руках, но как же удержать зачарованную девочку с маятником в глазах? Вселенная в руках, но как же удержать? На веревочке маятник таращит туда-сюда. Вселенная в руках, но как же удержать зачарованную Ну, скажем так, для трека «Ангела» это слишком слабо и невыразительно. А для трека «Лёвы Рейди» это слишком похоже на трек «Ангела». Он неплохо звучит, он не вызывает негатива. Он... У него кошмарная вот эта вот черта. На нем стоит клеймо вторичности, вот. А от него ну, никуда не деться, я не могу. Каждый раз, когда ты это слушаешь, такой, блядь. А может быть в этот раз что-то сва... А. Да-да. И прикол в том, что, ну вот по уровню, наверное, припев самая сырая часть песни. И при этом припев это самая далекая от стиля Play and Angel часть. Когда он отходит от стиля Play and Angel, становится хуже. И это совсем беда, потому что пока не видно никаких предпосылок к тому, а как ему от этого отмыться. И я не уверен, что он хочет от этого отмыться, потому что он раз за разом делает одно и то же. Причем мы говорили про это на подкасте и вне подкаста, но, по-моему, Лёва ничего не делает для того, чтобы перестать быть Plain Angel. А это груст. Меня совершенно не зацепило, ну, как бы, ну, песня, ну, приятно звучит, ну, вау. Оказывается, КБС-стайл можно делать так, чтобы это звучало хорошо в 2021 году. Ну, так Юра Ангел сам справляется. Да, там сводит тоже Рейди, но именно как исполнитель... Ну, они разного порядка. Просто Ангел гораздо интереснее именно как артист. Харизматичнее, выразительнее. В нем фактуры больше. И в итоге Лёва выглядит его младшим братом. Я не знаю, как ему это перерасти. Не знаю, возможно ли это.